Да, нелегко живется, короче, когда ты вот так вот плаваешь, блин, все собираешь, все это говно, блин, в одиночку, потому что меня бросили, друзья мои. Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Scrap Mechanic, и само собой мы продолжаем, потому что мы должны продолжать. Это наша выживалочка, друзья, но сегодня буду я один, потому что, к сожалению, Хуся не может, и мне нужно как бы работать дальше. Добывать вот эти вот гребаные, как говорится, топливо добывать и все, что нам еще нужно будет вообще. Друзья, на нас напали, на меня напали прямо в начале, как говорится. Ну, не в начале серии, а перед тем, как я... Давай это тоже соберу. Перед тем, как я все тут начал порядок якобы наводить, на меня напали, да? Вот эти наши грядки были активны, там у нас были растения всякие. Я это собрал, на меня напали жестко. Но ничего не получилось, потому что у нас там защита есть. А что про защиту-то говорить-то? Я могу же вам показать это тем, кто не знает, что у нас за защита. Сейчас, секундочку, погоди. Вот так вот делаешь. Именно вот так вот. Хрясь! И защита вообще шикарная. Я еще и не сделал ее еще автоматической, но когда-нибудь сделаю. Это тоже нужно собрать, потому что вообще иначе никак. Ну, немножко потом. Давайте глянем, чем мы будем заниматься сегодня. Сегодня я хочу по-быстренькому пойти и добыть себе пушку. Потому что у нас до сих пор пушки нет. И само собой, секундочку, само собой сделать топливо. Вот так, смотри. Идем сюда. Давай сюда тыкай вот это вот все полностью. Это crude oil, это у нас нефть. Понимаешь, нефть у меня тут есть. И здесь мы скрафтим с тобой вместе, как говорится, топливо. На всю нефть я скрафчу топливо. У нас, само собой, все знают, наверное, да, что из этого ящика, короче, все тут... А взаимосвязанный ящик сюда, этот крафтильня, она крафтит, и здесь попадает к нам топляк. Так, топляк я забираю, ну, короче, заберу, когда он уже у нас все готово будет, пусть машинка работает. Плюс к этому, я, наверное, хочу посадить там дальше грядки. Пока я буду ехать туда-сюда... Ё-моё, смотри, у меня есть оранж 10-10, то есть 20, у нас есть 3, то есть это у нас 2 ящика. Чтобы сделать 3 ящика, мне нужно еще 7 оранжа и бананов. Чтобы сделать как минимум 2 ящика, мне нужно 2 банана, блин. Давай сделаю. А в чем проблема? У нас все для этого есть. Да, у нас все для этого есть. Ставим сюда, вот это вот сюда и вот это вот сюда. Пошли, пошли работать. Раз у нас это как бы... А вот эти вот ресурсы есть. Это тоже нужно будет собрать. Попробую сегодня. Постараюсь. Не обещаю. Но очень постараюсь. Так, что я там хотел? Во-первых, это нужно убрать, потому что это мне здесь мешать будет. Слышь ты? Рука. Рука идет сюда автоматически. Я тут как бы химичу. Я, это моя статуя свободы будет. Сейчас, секундочку. Ты это не знаешь, но это реально статуя свободы. Сейчас я тебе покажу. Будет когда-нибудь. Я их все больше и больше собирать буду. Наверное, все ровненько, да? Да, нормально. Значит так, мы берем вот эти вот. Так, бананов, мне нужно 7, во-первых, апельсинов. 7-7-7-7-7. А апельсинчики, апельсинчики, иди сюда, апельсинчик. Вот апельсинчик вот туда пойдет. Смотри, апельсинчик, 7, да? Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Есть. Потом бананов 12 было бы желательно. 12 бананов, у нас есть 12 бананов? У нас есть 12 бананов, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Что было 3 ящика банана. И вот этого нужно 11, что было 3 ящика. 11 blueberry. Blueberry у нас 11. Вроде бы вот тут как бы есть. Иди сюда. Раз, два. Правда, уже места нет. Вот в этом уже как бы проблема другая. Но пусть будет вот так вот по максимуму. Значит, у нас будут враги через 15 минут. За 15 минут ты знаешь, сколько я успею? Я успею даже перенастроить эту штуку, потому что мне чувак написал, спасибо ему, что было обновление, и нам нужно сейчас, чтобы вся моя система поливная, да, поливка, чтобы она у нас работала, мне нужно сейчас... цилиндры эти вот, пистон, ну пистон, короче, называется. Их тоже апгрейднуть, раньше такого не было. Их не надо было апгрейднуть, и у нас все работало с контроллера. А сейчас у нас контроллер, к сожалению, только до 7 крутится, если он связан с цилиндрами. Поэтому мы... Я взял, да? Да, 19 было? Да, 19, отлично. Нужно апгрейд сделать, раз. Тихо. А что у нас так все шатается? Почему все шатается, секундочку? На земле стой.
Не шатайся, не шатайся. Не нужно пугать меня, не нужно. Апгрейд второй, третий, четвертый, отлично. Один цилиндр есть. И дай достану. Второй, это второй цилиндр, да? Давай, левел 1, 2, 3. Все, до пятерочки докачали. Значит, у нас сейчас якобы все должно работать. Вода есть? Вода есть. Мне нужно это полить, потому что враги уже придут. ФПС падает. Почему? Мне кажется, наша эта штука, как бы, наверное, немножко там лагает из-за этих рук. Их надо убрать. One second. Ты давай вернись. Да в исходное положение вернись, блин. Блин, все сломалось, смотри. А, я же после этого нифига, блин, не исправил. Так, нам нужно было здесь, смотри, опять же, учись, как говорится, 0. Тут на максимум 15-15. Здесь 0-0. Дальше будет 15-15-0-0. И 15-15. Отлично, вот так вот все мы настроили. Можешь сам как бы посмотреть, что да как. У меня есть даже серия, поэтому как я это все настраивал, как это вообще должно работать. И второй ряд у нас будет 3-0-0-3-3. Потом 6-6. Потом должно быть. Так, 6-6 есть, потом 9-9. А 12. Так, 9 есть. 12. 12 и 12 у нас все, и все остальные по 12. Теперь это как бы скорость побольше. Это нужно работать. Там у нас по датчику что стоит? Только не говори мне, что датчик тоже нужно будет. Нет, switch стоит, отлично. Здесь у нас стоит XOR. И здесь у нас стоит N. Так, проверяем. Отлично, отлично, шикарно. Все работает, как и должно было. Ни одна грядочка не пропускается. Работает с большой скоростью. Через 11 минут к нам придут враги. Все, все полито. Правда, удобрений у меня нет. Ты да... В смысле? А что ты там? Я не понял. Кстати, а как... Блин, я тут не доделал, смотри, я не доделал до конца эту штуку, потому что я сделал только на 4 ряда, это я потом как бы поставил, и она по-любому все полилась. Прикинь, вот это вот неправильно здесь. А почему этого столба у меня нифига такого нет, я что, сломал? Странно, это надо будет переделать, вот такие же штуки нужно поставить вот, вот сюда вот по идее. Да, это сделано, но я вижу, само как бы все полилось, это как бы круто, все работает. Уже радует, значит, две грядочки у нас остались. Могу сделать вот так. Чё? На, возьми воду. Там была просто вода, я немножко притормозил. Так, секундочку, давай. Могу ли я успеть? Две, смотри. Оп, есть, полил две штуки. Теперь, раз у нас 15 минут есть, мне нужен прицеп обязательно. Топливо, два топлива у меня есть. Секундочку, друзья мои, сейчас мы сделаем... Вот таким вот образом, тут у нас влезает только 10. Отлично, я беру эту машину, потому что она, ну она и вообще, блин, такая непрожорливая. Много не жрет. И это весь ее плюс. Большущий прям плюс. Забираем. Топляк. Почему я хожу с... Топливо здесь есть. Так, почему я хожу с этой штукой? Так, где она? Вот. Ты мне сейчас не нужна, вообще не нужна, понимаешь? А, тут это все будет расти. Это мне все нужно будет, нужно будет. Я бы оставил мешки сюда, они мне сейчас не нужны. И семена вообще все оставлю. Они сейчас мне тоже не нужны. Сейчас у нас на руках только то, что мне нужно. Кроме как лампочки вот этой вот, я ее здесь оставлю. Теперь, а мне нужно будет прицеп. Прицепчик, друзья мои. Сейчас будет операция. Во-первых, давайте посмотрим, что наш танк делает. Танк у нас буксует, ну как обычно все. Сейчас, секундочку, я хочу проверить, что у него по топливу. 6. Но он очень много жрет, он слишком много жрет, поэтому он мне сейчас вообще не нужен. Но мне нужен будет прицеп. Управлять. Будем сейчас ездить на этой машине. Она просто немножко подешевле. Так, стой, немножко неправильно сделал. Нужно это все соединить. Соединить. Блин, это то, что она сейчас покрутилась, это плохо. Это есть... Да, иди что сюда. Это есть плохо.
Но, в принципе, это все поправимо. Берется сварочный аппарат. Смотри, берется сварочный аппарат. Отсюда тыкается. И тыкается отсюда. Все. А где колеса? А что с колесами было? А как понимать, почему колес нет? Странно. Очень странно. Неужели я их вытащил, потому что у нас не было ресурсов и поставил на этот джип? Слышь, чувак, колеса где? Там маленькие или большие? Ну, там большие, там не маленькие, нифига, там не маленькие. А у нас колеса лишние есть? Люди. Люди, колеса нужны. Блин, ну дорого, ё-моё. Я понимаю, что как бы это все есть у нас, мед есть, но... Где-то же колеса должны быть. Сейчас давайте поищем, поищем, потому что иначе... Это... Блин, это маленькие, да? Хрен с ними, пусть будут маленькие. Хоть так. Блин, понаделали здесь всякую хрень. Нужно еще порядок здесь навести. К сожалению, блин. Плохо. Может, тут колеса? Нет, тут колес нет. Если вы видели здесь где-нибудь колеса, то скажите мне обязательно. Наверное, поставлю два колеса маленьких. Будет немножко такой странненький прицеп. Но хоть как-то, ну, неважно. Главное, чтобы он у нас работал. Я не знаю, если это вообще помогать будет, вот эти вот колеса, которые я ставлю. Но на... Твою ж медь, а? Хорошо, одно колесо большое есть, значит придется все же... Могу снять с моего этого джипа, но как это вообще понимать? Это ненормально, это вообще ненормально. Значит, нам нужны колеса. Давай, иди сюда, делай одно... big wheel, yeah, of course, yes. Одно big wheel у нас будет сделано. Ты идешь обратно. Что у меня лишнего есть в инвентаре? Да нифига, в принципе. Если я буду сейчас отдавать, друзья мои, ресурсы, то есть ящики делать. За 6 минут я не знаю, если успею, но можно проверить. За 6 минут, сейчас, секундочку. Мне нужно... Помпа. One помпа. Один, совсем один. Где по... Вот она. Это она? Да, это она. Вот это ж... А почему нифига не написано, когда я беру? Вакуум памп. Да. Помпа, ящик и... Трубочка. Трубочка, где у нас были... Враги, что ли? Не, не враги. Врагов нам не надо. Вот она. Вакуум памп, в принципе, он как бы, наверное, не нужен. И пустой ящик, иди сюда. Отлично. Вот это все нужно для того, чтобы отдать. Сколько-то минут, непонятно, там два таймера наложились. 5 минут, да нормально, мы это все успеем, смотри. Забрать. И колеса, я же там поставил колеса, да, или не поставил колеса? Блин, друзья, бывает. Я могу забывать нормально все это, потому что мы играли вместе. Сейчас я играю один. Я, мне кажется, не поставил, да, на крафт. Это у нас... Блин, это маленькое колесо, а я большое поставил на крафт? Давай. Мне кажется, я серьезно нажал на... Твою медь. Я, наверное, маленькое колесо нажал, да? Фу, есть. Будет еще одно. Cancel сделать нельзя никак, да? Нет, cancel сделать нельзя никак. Окей, тогда у нас будет два колеса больших. Блин, ночь приходит. И эти бандюки, бандиты. Кстати, прикольный лес там у нас с той стороны. Эти вот бандиты к нам придут. А ночью. Но поднимись же. Блин, не хочет. Не хочет, тогда мы сделаем. Ого, как его развернул-то, а? Вот так вот. Все, наш прицеп готов, значит я могу сейчас ехать. Топляк здесь есть, у меня в инвентаре топливо до херища. Едет? Едет. У меня была проблема. У меня была проблема, моя машина не тянула. Хотя это потянет. Блин, 4 минуты. 4 гребаные минуты, там у нас нифига не выросло по-любому, я за 4 минуты успею. Блин, таймера у меня нет. А чё ты так буксуешь-то? Чё-то его носит влево-вправо, странно. Вроде прицеп сделан правильно. Мощный, слишком мощный.
Так, это у нас 4 ведущие. Я немножко убавлю. Где-то вот так, наверное. Давайте сейчас попробуем. Он буксует, прицеп тяжелый. Но я за 4 минуты, по идее, должен успеть пару ящиков наделать. О, какие мы медленные. Блин, мне кажется, сейчас я рискую жестко. Давайте я сейчас все-таки не буду, а я, наверное, вернусь. Не-не-не-не, мы рискуем, слишком жестко рискуем. Я там пока все построю, пока понастрою. Я лучше сейчас... Ага, я вижу проблему. Мне кажется, я вижу проблему. Нам нужно удлинить немножко расстояние от прицепа. И сейчас нормально все будет. Да, поехал туда зря, потому что не успею. Не успею, там 2 минуты с чем-то остались. Я не знаю, там какая волна сейчас придет нас убивать тут. Но нужно быть готовым. Главное, чтобы мне машинку не сломали. А здесь, мне кажется, нужно будет удлинить. Так, смотри, 2 минуты, да? 2, да, 2 минуты 30. Уже? Ха, один. Странно. Очень странно, почему он там один пришел. Окей. 2 минуты, хрен с ним. У меня ресурсы есть? У меня ресурсы... Блин, ну я такие дорогие ресурсы на этот прицеп не хочу тратить. Это означает, мы берем, смотри внимательно, мы берем, короче, отсюда вот ресурс. Где у нас самый низ? 250. А нахера мне 250? Можно я вот так вот возьму? Мне нужно на 2, можно, мне кажется, увеличить. И так нормально будет. А для подготовки мне нужно приготовиться. Я сделаю вот так, а то бандюки сейчас, вот эти вот роботы сейчас как придут. Сколько там? Полторы? Полторы? Да, 1,5 минуты осталось. И теперь, смотри внимательно. Я удаляю вот, наверное, тут. Одну удаляю и 2 поставлю. Вот так вот это нужно делать. Во-первых, ты ставишь машинку, куда тебе надо. Вот таким вот образом. Ну, можно немножко поднять повыше. Потом берешь сварочный аппарат. И нет, сначала не сварочный аппарат, а сначала удлиняешь на 1, 2. Я 1 убрал, да? Пусть будет на 3, потому что 2 поставил, а 1 убрал. И сварочный аппарат берется вот таким вот образом и ставится. Почему? Все, и все ставится. И все становится у нас... А, понял. А, я вас понял, господа. Я вас вообще понял. Вообще. Поедет? Ага. Размечтался, блин, поедет. Нифига он не поедет, конечно. Ну, я знал, что не поедет, но мало ли. Надо было проверить. Нужно было проверить. Значит, наш прицепчик, все, он готов. Он полностью готов. И я, само собой, также готов к операции. Потому что нас сейчас будут убить, убивать. Мы не боимся. Чтобы у нас ничего тут не лагало, я могу вот это вот еще убрать, вот сюда понатыкать. А то у нас сейчас из этого все лагать, сейчас будет жестко. Сколько там? 4 секунды. Нормально. Я готов. I'm ready. Сколько вас? 4 вижу. 5, 6. 8, 7. Понял. Пошел. Первый пошел. Волна, да? Вторая волна пошла. Ломаем. Ты поднялся, говнюк, блин. Кто-то еще есть? О, блин, не понимаю, все говнюки. Нужно пресс еще сверху поставить. Слышь, ублюдок. Ублюдок, иди сюда. Ой, маленькие. А че вы такие? Блин, почему вот там? Вот, короче, наверху тоже нужно делать, чтобы они тоже ударялись. Тихо, тихо, тихо. Не надо так сильно меня бить. Да, чтобы они как бы наверх поднимались и их тоже прессовали. Твою мать, мои, все мое, говнюк, иди сюда. Прошел, говнюк, а? Все. Блин, сколько меня тут поломал-то, ё-моё. Короче, смотри, когда я поставлю кнопку в положение вверх,
Там наверху тоже, значит, нужно бетончик такой прям сделать или металлическую какую-то также конструкцию, чтобы их поднимало наверх и также придавило. Жестко прям придавило. А что могу я здесь? А, здесь у нас уже левел 5. Ай-яй-яй-яй. Сколько же всего нам тут поломали-то? Да, говнюки. Ничего страшного. Сейчас мы обратно поставим. И нормально будет. Так, это надо будет еще переработать, в принципе. Все, поднимайся наверх. Пресс — это крутая тема вообще. Смотри, сколько мы их поломали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это было. Ну и рука — это, походу, 7, да? Ее не было здесь. Мне кажется, больше было, нет? Тут неправильно стоит. Секундочку. Повыше. Забираем. Вот так. И внутри что-то у нас тут еще валяется. Нет, не валяется. Ну давай, я уже семена уже выложил. Да, семена выложил. Блин, придется опять посадить. Я пошел сажать. Угу. Придется опять воспроизвести. Так, с воды, мне кажется, А не хватает воды-то, а? Воды-то у нас не хватает. Тут тоже рука есть. Отлично. Чтобы... Где у нас ящик? У нас был ящик. Да, я знаю. 19 минут. За 19 минут мы многое успеем. Смотри, я ставлю... А, блин, тут нужен водяной ящик. Секунду. Вот он, водяной ящик. Забираем отсюда. Там у нас кнопочка есть. Ставим ящик где-то вот... Ну, возьми ящик в руки. А чё он его не берет? Я же взял ящик. А, вот он. Странно. Давай забери еще раз. И поставим. А почему не ставится? Тихо. Чё у тебя там, молоко? Молоко попить хочешь? Поставь, выпей. Молодец, нормально жить будешь. Жить будешь. Тогда я знаю, что нужно делать. Вот сюда. Нет, твою мать. В принципе, фиг с тобой. Если здесь встал, то и здесь встал. Тоже можно. Вообще не проблема. Теперь где наш вакуум-памп? Вот она, вакуум-памп. Мы ее... Блин, там кнопка мешает. Там кнопка мешает. Здесь что другое мешает. Возьми ж ты, поставь. Чего он не хочет сюда ставить? На, повыше, на тебе повыше. Вот тебе вакуум-памп, без воды, то есть без трубочки даже. И теперь кнопочку подключаем. Что такое? Допустим. Сосет? Что-то как-то а не сосет. А, так понятно. Но. Есть. Давай. Отлично, вода пошла. Шикарно, сейчас у нас вода пошла, значит, у нас все пойдет как нужно. Нам нужно здесь немного, в принципе, забираем немножко воды. Пусть она там посасывает, это нормально, это очень хорошо. И мы сюда заливаем нашу вот эту вот воду. И, конечно же, почему-то у нас включена. Странно, она сейчас выключена, как бы очень странно. Бульк. Мне интересно, как она достает до последней, если... Без сдачи, без вот этих вот. Без этих штук. Странно, здесь у нас уже было полито. Отлично, хоть так. Хоть так, она сейчас придет обратно и просто остановится. Окей, а мы тем временем, друзья, мы готовы. И, значит, берем нашу коломагу. Ага, помпу я же там оставил. Значит, я беру другую помпу. Обязательно, там у нас помпа сосет воду. Нам помпа там нужна. Как по-прежнему я уже говорил, это я брать с собой не буду. Это такие важные прям ресурсы, которых... А, там какие-то шумы были странные. А, это мы брать не будем. Помпа у нас где-то здесь. Вот она. У нас есть помпа, у нас есть вот эта штука и кнопочка. Есть у меня кнопочка здесь? Да. Да, кнопочка есть. Все, пошли. Поехали, мы сейчас едем.
Я могу, в принципе, этот ящик пока что сюда поставить, пусть он так будет. А дальше мы поедем продавать. Продавать то, что есть, потому что там он, кстати, оно не выросло, ведь нет? Нужно проверить перед этим, перед поездкой. Или выросло что-то? Нет, нифига не выросло. А значит, идем продавать. Ящики ставим на эту штуку. Сколько там? 14 минут. За 14 минут мы успеем все подряд. Значит, ехать и встретимся там. Смотри, как у нас сейчас вот эта вот штука, прицеп как бы стал длиннее. Блин, ну чё ж ты так буксуешь? Я не пойму. Вот в полном серьезе. Тяга, в принципе, есть. Может, реально веса больше дать этому моему транспорту? Я знаю, что у меня там джип побольше есть, покруче. Но все же. Она буксует. Эта машина всегда буксует. Смотри, она буксует и буксует. Капец. Сейчас я ее нагружу, блин, железом, в полном серьезе. Стой, 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 стой. О, все, заклинило сейчас. Сейчас заклиним, блин. Так, мне тут ломать нихера не надо. Иди сюда, куда пошел. Ломайся, 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 ломайся. Красавчик, дай мне ресурсы. Мне ресурсы сейчас важнее, чем тебе. Тебе они вообще не нужны. Только... Давай, подъемчик, подними его. Давай, отлично, отлично, отлично. Что у нас за ресурсы сейчас? Смотри, брокколи, это ясно. А где ставить бананы и все остальное? С другой стороны, что ли? Нет. А куда ставится? Тут можно морковь поставить, томат, редиску и брокколи. А другие ресурсы? Друзья, куда ставить банан, блубери и оранж? Ха. А, тут какие-то плакаты есть еще, чтобы мы туда... Packing Station. Неужели мне нужен будет другой Packing Station? Для того, секундочку. Для того, чтобы туда засунуть другие виды этого ресурсов, другие виды фруктов. Очень странно. А ну-ка здесь глянем. Здесь нифига нет. Чисто ради интереса. Просто теорию как бы нужно проверить. Давай, даешь, пройдишь ты. Нужно проверить. Значит, смотри. Сдаем назад. Там морковка, блин, полная. Мне бы еще одну морковку, и нам бы дали эту морковку. Я не знаю, куда. Короче, смотри. Берем ящик. Ставим, значит, ящик. Че, по высоте? По высоте нормально вроде, да? Да, по высоте нормально. Но сделаешь в длину. Вот. Отлично. Сейчас ставим помпу. Без стекла, вообще без разницы. Стекло, кстати, в последнее время как-то странно ставится. Вообще странно. О, сейчас стало как стекло. Нормально. И вот эту штуку сюда, конечно. Хм. Очень странно. И давай, что у меня, чего у меня больше? Вот эти вот оран, оранж, короче, туда засунем. Посмотрим, вообще работать будет или нет. Погоди, это еще присоединить надо, секундочку. Ты стрелочкой туда идешь. Ну, соединись. С кнопкой. Кнопка. Тихо, я встрельнул, блин. Оранжем стрельнул одним, да? Да. Прям впустую, капец. Сейчас, погоди, я просто хотел проверить, оно прям работало прям. Давай, проверяем. Но, пистолетик наш, залезай в дырочку. Ха, крестик прям, типа неправильно это вот, неправильный фрукт. Капец. Нам нужно двигаться дальше. Я думал, я сейчас пушечку сейчас возьму, блин. А нифига. Тут то же самое, неправильно, неправильный фрукт. А я не знал, что разные станции есть. Я что-то подумал, что здесь у нас все фрукты есть. А нифига. А нам нужна другая станция. Блин, хоть у них есть и контейнеры с этими, с апельсинами. Вообще фигня какая-то. Давай обратно. Давай обратно, мне нужна другая. Чё за бред, блин, в полном серьезе. Это вообще не серьезно.
Это несерьезно. Как же так? О. Это испорченная продукция, понимаешь? Ее даже взять нельзя. Вообще взять нельзя. Блин, жаль. Жаль, что у нас это не работает. То есть, ой, я хотел проверить, если веса сюда добавить. Смотри, я добавляю веса, потому что эти вот пластины, они тяжелые. Железо все-таки. Ага, все, железо закончилось. На, тебе железо поставил. Что могу еще поставить? А эти вот по весу... Да, в принципе, так себе, но я их поставлю. Потому что почему бы и нет? Я же говорил, веса добавлю. На тебе веса, на тебе веса. Вот тебе еще веса, еще больше. Теперь скажи мне, как ты ехать будешь? Тоже буксовать будешь? Тут столько веса сейчас. По идее. Блин, тут только брокколи есть и все остальные фрукты, которые... Ну, овощи, которые у нас были. Короче, это у нас станция по овощам. А мне нужна, походу, станция по фруктам. Твою же медь, а? Это есть немножко неплохо. Мне нужно срочно домой, потому что по времени там надо. Он также сейчас буксует или... Сколько там минут, блин? Да как меня бесит то, что там... Тихо. То, что там два таймера. Out of fuel. Два таймера, это плохо. Никто за нами там не идет? Нет, за нами никто не идет. Блин, он тоже жрет как бы топливо. Давайте мы немножко прибавим, потому что у него типа вес сейчас больше стал. Проверять надо. Ну, он буксует, но его можно сейчас, по крайней мере, контролировать. Он не такой легкий. Дайте поломаю. Там 7 минут, да? Да, там 7 минут. Жаль, друзья мои, что у нас не получилось. Нам нужно, походу, в поездку какую-то поехать. Найти, ну, с Хусейном, короче, если он пройдет, или без него. Если он не пройдет, то поеду просто-напросто искать другую станцию, к сожалению. Ну, или к счастью, потому что сидеть на базе, как бы, сколько можно сидеть на базе? На базе. А то, что я сейчас хочу еще проверить, это обязательно прямо у нас. Так, по топливу, мне кажется, можно сюда залить еще больше. Так, можно еще вот так вот сделать. А зальем сейчас по фулам. Здесь на максимум. Вот сюда, поехали. Теперь едем к этому, к говнюку. К старику, он мне сейчас подскажет. Блин, колеса, им что-то здесь не нравится. Вот, это вот моща уже. За 7 минут мы успеем. И посмотрим, что он нам скажет. Еще раз просто гляну и вам тоже покажу, сколько же нужно всего для того, чтобы пушку взять. Давай поближе. Да, дави его, что. По идее, я его... Ух ты ж, ё-моё, слишком большая скорость. Слишком большая, большущая скорость. Мы сейчас буксуем. Иди. Но вернись. Че, он за мной, что ли, едет? Идет. Наверное, за мной сейчас. Да, твою медь, а. Иди сюда. Скорость чуть поменьше. Все-таки я, походу, не зря ее сделал поменьше. Из-за того, что у нас все тут... Как бы мы улетаем. Улетать нам не нужно. Мне кажется, нам сюда прям налево можно. Типа немножко срезать. Да, вот так нормально. А немножко FPS не то что падает. Есть такие просадки. FPS вроде бы был стабилен, сейчас что-то с игрой стало. Они обновили ее, что-то там добавили. Видите, там надо было пистоны обновлять. Улучшать, чтобы все работало как раньше. И что-то у нас тут химичит разработчик. Давай сейчас мы еще раз к этому приедем. Узнаем, что он там хочет. Чувак, скажи мне, сколько... Чего ты хочешь для пушки? Мне нужна вот эта вот спад ган. Два оранжа и два... Это у нас, слава богу... А, кстати, вот этого нет. У нас блубери нет второго ящика. У нас есть только один ящик. Хорошо. Одна пушка у нас будет. Но в следующей серии, значит, мы с вами, друзья мои, пойдем куда? Обязательно пойдем искать вторую станцию. Что я могу еще тут взять у него? Спад шотган, это у нас дроба, то есть двухстволочка. Это у нас падлинг. Rapid rifle. Это ставится на машину. Ну, на любой транспорт или на базу можно поставить. И что такое?
А это тройная, даже это прям пулемет, прям я понял. Тут вообще ананасы нужны, нифига себе, и два этих старика. Но нам придется, блин, брокколи, в принципе. У меня брокколи есть на базе? Я что-то не помню. Это что такое? Potato ammo container? Да ну. Контейнер — это у нас ящик для хранения патронов, как картошка, да, картошка в виде картошки, для того, чтобы поставить пушку где-то вот на базу, вот эту вот, да, чтобы она стреляла сама. Блин, ну это хреново, да? 2.2. Хорошо, давай тогда поехали домой. Будем защищаться. Не, в воду залезать не нужно. Сейчас мы аккуратнее. Нам этот ящик не нужен тоже. Едем на базу и там уже посмотрим, что у нас там. Сколько кого придет. Это на этом закончит. Потому что все уже, как бы, идут эти вот бандюки. Идут наши роботы, любимые роботы, которые нам приносят ресурсы. Правда, приносили бы ресурсов покруче, было бы еще лучше. А так, бомжи какие-то, блин. Ну а так, друзья, не забудьте, если вам вдруг игра нравится, если вам нравится наше прохождение, то ставьте пальчики вверх. Если вы хотите, опять же, новых серий именно по игре, хотел сказать по-другому, но все-таки Scrap Mechanic, то не забудьте, опять же, подписаться, написать какие-то советы, так как советы приветствуются. Здрасте. Сломал? Хрен его знает. Может быть. Нужна скорость побольше, чтобы их сломать, походу, да? Да, нужна скорость побольше. Смотри, как лагает. Жестко прям лагает. Но сейчас машина более-менее контролируемая. Скорость как бы мотора хорошая. Но, опять же, походу машина тут должна быть еще тяжелее. Ну, по крайней мере, сейчас у нас в сборе две машины. Колеса сделал для этой машины. Прыгни. Открываем, я хочу глянуть, что у нас по топливу. У нас там было 10. Одна канистра. Ты понимаешь? Какой дехидратейтед, блин, у тебя молоко есть. Капец. Ёлки-палки-то, а. Одна канистра, то есть 9 канистр. Это у нас было туда поехать и обратно поехать. Ужас какой мотор, блин. Невыгодный, вообще невыгодный. Все, друзья, ждем нападения. Так это уже можно собрать, смотри. Прикольно, даже если что-то поломают, мне не страшно. А, это нет, потому что это... Тихо-тихо-тихо, я там что-то убрал. Потому что это мы посадили чуть позже. Все. Наша эта вот продукция, продовольствие будет в безопасности. Ну, более-менее. Ждем нападения. 2 минуты. Мне интересно, я за 2 минуты успею сделать то, что я сейчас задумал. Блин, за 1 минуту. Давайте, давайте, друзья, давайте. Нужно успеть. А мне бы туда еще подняться. Вот так вот. Поднимай меня выше, 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 выше. А, она у нас сломанная, прикинь. Она у нас сломанная, смотри. Текст, отсюда у нас это, отсюда то, отсюда это. И значит, чтобы их придавить жестко, мне нужно это... Прям вот до сюда сделать, да? Придавлю так жестко? Наверное. Смотри, теперь вот так вот придавлю по-любому говнюков. А, до сюда вам можно? Сколько там осталось? 10 секунд, блин, хотя бы половину придавить. Хотя бы половину придавить, давай иди сюда. Блин, стой, 10 секунд. Я пошел защищать. Слышу много, слышу прям много. Их дофига. Раз. Поднять. А что ты здесь делаешь? Собака. Сволочь такая. Поднять. Ха. Всех разом, короче, все пришли поближе, и я всех убил. Шикарно, друзья мои. На этом мы, наверное, закончим. Давайте я посчитаю опять же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, походу, восемь, девять, десять. Там чья-то рука. 10, да, и один внутри был. Я же его сломал. А, ну и руки, короче, получается. Руки тоже 10, да? 11.
12, 13, 14. Серьезно? Тут было 14 чуваков? Круто. Но немножко все-таки поломали. Друзья, я починю сейчас базу. Ну а с вами был Кентавр. Это была игра Scrap Mechanic. Как говорится, если все понравилось, не забудьте об этом написать. Всем удачи и всем пока. А я еще проверю кое-что. Что-то здесь сверху есть, кого-то придавило так серьезно, прям чтобы. А нет, это надо будет доделать. Все, друзья. До следующего выпуска. Пока.